Как часто вы делаете что-то впервые? Я всегда мечтал прокатиться по гоночному треку на дрифткаре. Но я буду делать это не один, а с победителем конкурса, который я провел у себя на страничке в Инстаграме. И это Таис Туканова. Будем кататься. Смотрите, на какой малышке мы будем сегодня гонять. Сейчас вот она поедет за рулем, я не знаю, как это... Ну как ощущение-то? Спасибо большое КН Казахстан за то, что осуществили мою мечту, эмоции непередаваемые. Вы должны это попробовать, потому что это взрыв мозга. Yeah.